5000 зрителей собрал матч между эстонским Калевом и московским ЦСКА в Таллине. Кайл Виналес обыграл Даррена Хиллиарда и положил мяч со средней, чуть сократив отставание от гостей. А это ответ Майка Джеймса. Серия финтов, эффектный парашют, есть 2 очка! Андрей Воронцевич убежал в быстрый отрыв, а Стэн Сок даже не стал догонять соперника. Форвард ЦСКА завершил атаку слэмом. Даррен Хиллиард вместо броска дал пас на Косту Куфоса. Центровой закрыл третью четверть попаданием из краски. ЦСКА показал свою лучшую защиту в сезоне. И вот такой блокшот Даррена Хиллиарда – одно из подтверждений этого факта. Семен Антонов всегда готов исправить промах партнера. Подобрал мяч и с места вколотил его сверху в кольцо Калева. Эстонцы старались доиграть до конца каждый эпизод. Например, Мартин Паасойя забил издали, не испугавшись летевшего на него Косту Куфоса. Калев обновил клубный рекорд посещаемости в единой лиге, а ЦСКА увез из Таллина победу 91-50.